Древнее китайское мастерство Султанбек Бакиров освоил в совершенстве. Предприниматель из Байдивекского района начал производство шелковых тканей из коконов тутового шелкопряда. Местные власти выделили бизнесмену 55 гектаров земли. Из них на 20 гектарах Султанбек посадил 140 тысяч саженцев. Теперь с каждого гектара получает до 50 тонн листьев. Питаясь этими листьями, гусеницы шелкопряда производят необработанный шелк. Я превращаю их в нити. Этот сорт тутового дерева – результат совместной работы отечественных и зарубежных ученых. Тысячи гусениц шелкопрядов, которые потребляют эти листья, выращивают в маленьких 40-граммовых коробках. Начальный вес шелкопрядов составляет 30-40 грамм. Но спустя некоторое время их вес увеличивается в 70 раз. Предприниматель говорит, его бизнес приносит стабильный заработок. Тому способствует и природа юга. С одного гектара земли можно получить доход до 1 миллиона тенге. Только нужно работать, засучив рукава. Если вплотную взяться за эту работу, можно продавать эту продукцию в Восточную Европу, Южную Корею и Китай. Потому что в этих странах высокий спрос на этот товар. В этом году предприниматель планирует обеспечить работой 600 человек. Султанбек лично обучит древнему ремеслу всех желающих заняться этим бизнесом.